Зайдя на сервер, я сразу увидел это. Наверное, это был какой-то намек, но меня это не останавливало. В моей голове появилась отличная идея — притвориться новичком, и я знал, что это будет лютейший контент. Привет. А что ты тут делаешь? А ты один играешь? Okay. А не хочешь вместе поиграть? Я только новичок, правда. Ну, я понимаю в этой игре немного. Ну, я тоже. Ну, давай. У меня дом есть. У тебя дом есть? Идем, покажу. Пойдем. Я, правда, не такой хороший. А пока мы с ним бежим к его домику, я хотел бы вас попросить поставить лайкосик и написать комментарий, ведь посмотрите, видос идет больше часа. В этот видос я вложил всю свою душу и все силы, и здесь будет просто нереальнейший контент и максимально гениальный обман клана. А еще где-то в видосе спрятано секретное слово, и тот, кто первый его найдет, получит наушники HyperX Cloud Stinger. И вообще, давайте наберем с вами рекорд по лайкам. 40 тысяч у нас уже было. Давайте наберем 45. Да, цифра огромная, но я уверен, что мы с вами это сможем преодолеть вместе. А вообще, если каждый второй из вас прямо сейчас поставит лайк, то мы это сможем сделать. Приятного просмотра! Искать напарника долго не пришлось. И как оказалось, он тоже был новичком. В общем, контент начинался. А сколько у тебя часов в игре? Честно, мне просто аккаунт дали. Ты можешь сделать дом потом с моим домом, потому что я не знаю, как добавлять этот. Сейчас я кое-какую штуку дам. Этот паренек меня отвел к своему антирейд дому. И да, это его домик. Это твой дом? Коробка, это мой дом. Вот так, да. Ух ты, ну выглядит, знаешь, защищенно. Его кто-то ломать попытался. Пойдем с тобой. Сделаем инструменты и будем домик строить. О, это что у тебя в руках такое? О, ты можешь дать ее дерево это пофармить? Кирка? Не, это кирка, и дерево нельзя фармить. Вот этим можно, это такой. О, можешь его дать? Спасибо. Чё? А почему он не добывается? Ты же мне кирку дал. Я тебе топор дал. Им только дерево можно добывать. Давай пойдем за дерево. Сначала добуду камень, потом пойдем дерево. Угу, давай сначала камень добуду, а потом за деревом пойдем. Меня Андрей зовут. А меня Алексей зовут. Кстати, сколько тебе лет? 11 скоро будет. О. Ну будем вместе учиться играть, да? О, смотри, какой-то белый камень. Давай добывать его. Я решил притворяться новичком дальше, попутно обучая Андрюшу. Ой, там стреляют. Моего напарника Андрюшу убили. Неподалеку от меня стоял магазин. Я решил сбегать туда и купить свою первую пушку, то есть двушку. И добежать до Андрюши. Опа, я тебя нашел. Смотри, что я нашел. А ты где это нашел? Я там бегал и нашел в каком-то трупе. Ну, там валялся кто-то. Естественно, говорить ему, что я купил ее в магазине, я не стал, так как он бы заподозрил то, что я не новичок. Мы бегали и искали новое место для постройки, и наткнулись на типов, которые строили дом. Вон чел! Там видишь двое? Давай сходим туда к ним, только давай это тихо очень, чтоб нас не услышали. Там клан по дому стреляет. Ну ладно, попытка была хорошая. Потом я заспавнился и увидел, как коптер прилетает на базу. И решил попросить у них кирочку. А можно у вас попросить кирку какую-нибудь? Я только вот играть начинаю, я учусь. А меня вот все убивают. А я могу вам тыкву дать, вот я тут побегал. Давай, кидай. Держи.
Как оказалось, в этой игре не все пытаются друг друга убить. Некоторые могут даже помочь, и это реально круто. А еще у меня стояла программа для изменения голоса, поэтому они меня не узнали. Спасибо большое, ребят. Недолго думая, я решил побежать пофермить камушек, ведь нам нужен был домик. И наткнулся на замес, в который я не мог не ворваться. Я притворился кустиком, дождался подходящего момента и отправился в бой. Лишние пушки я, естественно, прятал, ведь мог остаться ни с чем в случае смерти. Ух ты! Неплохо. Не знаю почему, но на этом сервере меня уже не любили. В общем, пока Андрюша меня искал, я смог выбить нам первое оружие. Отличная вышка, очень симпатично выглядит. Мне нравится. Алло, друг, я сзади, друг. Там череп бежит какой-то. Ух ты, смотри, одевайся. А давай дом где-то построим неподалеку. Я правильно строю? Смотри, у нас есть дом. Представляешь, я только что украл оружие там. Люди умирали, а я подбегал и просто воровал пушки. Хочешь, покажу, что я наворовал? Смотри, что я украл. А вот уже двухстворник. Да, бери. А ты умеешь пользоваться бензопилой, смотри, вот этой вот штукой? Ну так, чуть-чуть. А давай дерево еще порубим, может быть домик дальше расширим. Надо шкаф поставить в доме. Намечается очень веселый контент. Открой дверь, я рез его, ну, уберу. Давай ящик посередине будет мой. А, давай скрасишь кодовый замок, потом скажешь просто мне куда я его вводить буду и могу заходить. О, отлично, давай так и сделаем. А ты куда поехал? А поехали вместе куда-нибудь на другую точку карты? Мне бензина нет, мне бензина нет. Стой, садись. Может быть тут пристегнуться надо было? Ремень пристегнуть, чтобы поехать. О, нет, я на кнопку нажал, я ремень пристегнул. Нет, смотри, тут написано, заведите машину. Видишь, машина поехала. Вот, смотри, машина едет. Нажми на кнопку Alt F4. Сейчас. Ну ладно, это была шутка. Смотри, там строится, друг. Давай уйдем отсюда, а то они какие-то агрессивные, стреляют по нам. Давай уйдем. Я ее открывать могу. О, это хорошо, заходи в дом. Выломай эту деревянную дверь, выломай. Стой, заходи, не, заходи. Нет. Смотри, стой, отойди-ка, я попробую кодовый замок поставить. Смотри, а попробуй ввести вот сюда код. Закрывай двери! Давай вот эту вот дверь выломаем. Какой пароль-то? Я же тебе записку дал, там написано было, друг. Давай дом расширять. Давай. Слушай, у меня есть идея. Давай вообще тогда одну стенку сломаем, там дверь поставим. Вот так вот. Винь. У меня просто очень много дерева. Ой, ты можешь дерево сложить же в шкаф. Я вот эту дверь не могу деревянную открывать.
Смотря, я что-то строю. Я дверь не могу открыть, как я могу посмотреть? Ну, в принципе, логично. Забегай, забегай, тут стреляют, тут типы. Домой, домой, домой. Так, а ну все, папа, пока я тебя не ебнул. Они нас зарейдить хотят, я понял. Братан, бери пушки. Бери пушки, мочим их. Это очень смешно. Слушай, я могу только... Я могу только топор взять, мне больше нечем их убивать. О, у меня меч есть. Как только седуны из-под хаты ушли, я решил достроить наш домик. Да я, ты опять дверь закрыл. Я выйти не могу. Слушай, я что-то... Что ли? Нет, я строю что-то. Открой дверь. Сейчас, друг, открою, подожди. Мне просто надо разобраться, как это сделать. Давай для начала сломаем вот эту вот деревянную дверь. Смотри, какой дом, тебе нравится? Да, давай этот... Покрафтить кодовый замок. Офигеть, какой крутой дом. Сверху он тоже неплохо выглядит. Смотри, этот дом на какую-то статую похож. Ты технологии... Ты сделал технологию, я теперь залезть не могу. Я понял. Давай, короче, я буду с одной стороны жить, а ты с другой, давай. На что этот дом похож? Я просто вот строил и случайно получилось. Смотри, я тут двери поставлю. Вот так. Ты ставь двери, я не смогу уже выйти, я не смогу. Я двери не могу открывать. Что мы делаем? Кодовые замки поставим. А потом мы внезапно познакомились с нашим соседом, который был недружелюбный. Построю. Ой, тут кто-то в доме бегает. Что, правда? Я не знаю зачем, но он убил моего напарника Андрюшу. И в этот момент он подписал себе смертный приговор. Я сбегал домой, взял берданку, и оказалось, что он сидит у нас уже под домом. Я его убил, друг. Он у нас под домом сидел, представляешь? Ты утонул его? Да. И вот вы не поверите, какое совпадение. Я увидел у него большие печки, которые плавили на улице. У него не было турелей, и мне нужна была лестница. И он ее мне принес. Молодец! Пока у него было КД, я решил воспользоваться этим шансом и залезть к нему на территорию. Стой, не перелазь ко мне. Давай я тебе их перекину, а ты домой отнесешь. Я бурю. Не бури, не надо, друг. Пойдем домой, беги за мной. А что там у него было? Ой, у него много всего было, друг. Запрыгивай. Смотри, что я у него нашел. Смотри, иди сюда, друг. Андрей, Андрюша, смотри. Ты можешь открывать дверь теперь. Какой вот тот, который я тебе скидывал, помнишь? Потом за то, что он убил Андрюшу, я не давал ему выйти из дома. Убил мелкого, получай. Остался без ресурсов. Я украл серу, и по сути она мне была не нужна. А возле меня стоял бандит кэмп, и там я мог с помощью дронов приобрести второй верстак. Опа, я сдохну сейчас. Опа, я сдох. А еще я увидел очень дешевую ракету, которую я мог сразу купить и изучить. Это было круто. Пойдем за мной, я тебе покушать куплю.
О, я тебе покушать купил, брат. Андрюша, на, покушай. Я вот купил для тебя вот как раз соленья свежие. Ты сейчас отрёшь. Давай, до свидания. Андрюша, ты куда? Ты же бешеный. Андрюше этот пранк не особо понравился. Слышь ты, блядь, сын шалы тупорылый, блядь. Ты ж, блядь, понимаешь, у кого ты, блядь, печки обокрал? Почему я, блядь? У кого я обокрал? А, ну, скоро узнаешь, скоро твои кипятки, блядь, не будет, блядь. А ты сильно обиделся? Ты обиделся сильно? Ты обиделся сильно? 6 тысяч серы, нахуй, и, блядь, 6 тысяч этого, блядь, металла. Ты вообще охуй, зачем? Ты прям очень сильно обиделся, я просто хочу знать. Жди, 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 скоро я приду. Смотри, а я уже, быстрее, я уже, давай. Я уже видишь, уже дом расширяю. Ну и сразу я решил добавить буферку, ведь понимал, что меня могут скоро зарейдить. И тот самый челик, который приходил и угрожал мне, начал отдавать дом. Понимаете? Он просто слился и отказался меня рейдить. Я пытался с ним поговорить и выяснить, почему он ливает с этого сервера, и он сказал, что из-за меня. Увы. Он сделал небольшую раздачу, и я решил в ней поучаствовать и посмотреть, что у него вообще в доме было. Все, да, забирайте все ресы тут, нахуй. Все, что надо. Только пупа, блять, оставь этим челикам тоже ресов. Да я даже ничего брать отсюда не буду. Я даже ничего не буду. Все, нахуй, третий верс, блять, второй вот под этим, блять, забирайте. Все, давайте, парни, удачи. Слышь, пупа, ёбни меня. Нахуй тут играть. Пупа, пупа, на, слышишь? Да не, оставь себе, я не буду никого убивать, не бойся. Я так, немного возьму то, что мне надо, остальное забирай. Странно, он должен был меня рейдить, а он взял и просто ливнул. Странный человек. Из этого дома основные ресурсы и все-все-все, что там было, забрали бомжики, а я забрал только ворота. И на тот момент я даже не представлял, что буду делать с этой территорией. Внимание! Мистер Дилды сможет предоставить вам защиту. Приходите и стройтесь возле нас! И наконец, мы с Андрюшей решили отправиться на поиски фармеров. Слушай, а что мы можем с тобой интересного сделать? Ой, там стреляют, ты слышишь? Просим вас выйти на улицу, уважаемый Руфкемпер. Хватит стрелять в доме. Бля, думали в садик, бля, играем, да, в ясельке. Сейчас тебя положу, дурачок, ты е... Потерь, блядь. Забирай у него одежду, друг. Пойдем отсюда, а то они нас сейчас убьют. Плюс калаш. Уходим, уходим, уходим отсюда, уходим быстрее. Я не знаю как, но мы их убили с тобой. Вот это работа, конечно. Вот это вот реально тимплей был крутой. Офигеть, ты их там убивал. Он следит за нами. Я могу специально спалить дом, чтобы они пришли нас рейдить. Блин, это будет весело. А мне же не зря тип дома дал. Я сейчас сделаю гениальный мув просто. Заходи сюда, заходи, заходи. Заходи сюда. Все, они нас не убьют. Офигеть. Да, друзья, мы вас не убьем, зато мы теперь знаем, где вы живете, дурачки, блять, офигеть, блять. Да, вы в сказку попали или как, бля, не коляты. Окуляры про это, бля, прочистят свои. Что ты, блядь, стреляешь, дурачок? У меня, думаю, стишек не хватит на вас. Тупой, мы не здесь живем, это не наш дом. А за что нас рейдить? В натуре это не наш дом, он общий. За то, что вы хуйней страдаете, вы бегаете под нашей хатой, понимаешь, клановые? Вы же сами увидели. Бля, очки не надели. А что там? Там вы клан видели, играет? Вы лезете? На что вы лезете? А что там, клан играет? Нет, мы просто блядь, только начали играть. В такой хате. Мы просто только зашли на сервер, у меня 100 часов. Сейчас начали играть, а сейчас закончите. Давайте, короче. Я надеюсь, вы в 3 часа ночи зайдете. Хотя зачем в 3 часа? Мы и так вас под снос сделаем. Давай, друг. Все, держу за тебя кулачок.
Пойду дальше доставать тех ребят, буду просто их жестко кошмарить. Как только я собрался снова сбегать к ним под территорию, я увидел, как коптер летит на мою базу. Ой, ты что тут забыл? Дурак. Так, чекаем вашу базу, что к чему. Что-то у вас защиты вообще никакущей. Чел, ну какой-то даун, куда ты дальше пушишь? Я тебе по голове дал, придурок, ты кончил. А, пупа, ну мы же тебе все равно зарейдим сегодня. Капец. Что ты тупой, это такой факт. Я тупой? Почему? Я просто испугался и решил тебя убить. Андрюша постоянно выступал в роли наживки. Его убивали, а я убивал того, кто его убивал. Байтер конченый, ай-яй-яй, я тебя понял. Я услышал, вопрос снят. А потом один из них уже начал отстраивать кибитку возле моего дома. Но ему не повезло, тут появился я. Ку-ку. Андрюша меня покинул, и я остался совершенно один. Потом, чтобы постоянно не бегать и не относить лут домой, ведь это было опасно, я решил отстроить неподалеку от них деревянную кибиточку. Это будет супер технологичный дом, чтобы складывать сюда ресурсики. Мне кажется, это гениально. Два выхода. Один, чтобы убивать и забегать, а другой, чтобы убегать со всеми ресурсами, которые у меня есть. Ой, мне кажется, они серу плавят, чтобы меня зарейдить. И когда я пробегал возле их территории, я заметил то, что у них открыт гараж, и там стояла машина. А еще там были турели, которые я мог вынести с помощью блочного лука. Я скрафтил ключик, выгнал тачку из гаража и решил разбить турельку копьями. Call me what you want, call me what you need. О, наконец-то я тебя разбил, скотину такую, на турели. Хорошо. Хорошо. Так, а тут у нас что? Я ж не зря турели разбивал, верно? Реально! Базука со скоростными! И две тачки! У-ху! Двойной двигатель! То, что я люблю! Поехали домой! Мне страшно, когда вы тут бегаете. Да идтить колотить, как вообще сюда заезжать? О, привет.
И в этот момент у меня появился гараж с двумя тачками. А потом я вернулся к этому гаражу и отрезал у них электричество. Ну такое я точно рейдить не собираюсь. Я что, больной что ли? Там такая территория просто бешеная. Можно попробовать угадать пароли, но я не уверен, что у них везде одинаковые пароли стоят. Я накажу тебя, если ты подойдешь. Пошел ты нахуй. Ой, мы ж в союзе. Ты с этого дома? Ща, подожди. Это чтоб он разговаривать научился. Что ты делаешь? Ты слышал, что он сказал? Я расстроился и убил его за это. Вот что ты хочешь, чувак? Иди тот клан большой доставай. Чё ты ко мне лезешь? Ты зачем новичков убиваешь? Уважаемые, а вы чем тут занимаетесь? Я не претендую на лут. Я просто хочу посмотреть, чем вы тут занимаетесь. О, веревки. Ого, нормальный дом. О, а ну скажи что-нибудь, скажи что-нибудь. Что сказать? Я Пупа, привет, как дела? Ну ладно. Ты мне лучше вот что скажи. Ты мне лучше вот что скажи, а ты точно с ними не играешь? Не-не-не. У меня, смотри, у меня типа территория вот там деревянная. Как оказалось, на сервере играли два Нестера. Один был мой враг, а другой был мой сосед, который воевал с другим Нестером. Короче, все это было запутано, но с одним Нестером я подружился. Пока эти ребята были в АФК, мы решили попытаться угадать пароли и накидали огромное количество спальников. Блин, а может все-таки реально стоит пароли угадать, а потом уже турели, ну вот это вот все проворачивать. К сожалению, они увидели то, что мы пытаемся угадать пароли, и решили кое-где их поменять. Куда пошел? Слабый. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ого! Смотри, птичка летит. Нет! Нет! Потом они сели на вышки, и подойти к их базе уже было практически невозможно. Но вы ж меня знаете, я пройду везде. Тем более какой-то гений забыл закрыть дверь на вышке. Я решил ее проверить. О! Давай, я надеюсь, тут что-нибудь будет. Ушиш! Болтик, это прекрасно. Там чай! Блин, там тип бегает. Дом у них, конечно, мейн вообще ни о чем, но зато у них, смотрите, сколько ящиков на территории. Ой, там турели, ира, там снизу турели. У них столько оружия, столько ящиков, и они бегают голенькие.
Потом на моего соседа Нестора напали, и я решил ему помочь. Сейчас будет минус хата у тебя, Пупа. Минус Чего? По-любому меня скоро придут рейдить, потому что я даже фармилу какую-то серую убил, он уже в чате начинает выписывать. Фух, сейчас пойду базуку скрафчу и буду ждать, пока они придут меня рейдить. Фух. Жизнь налаживается. Это хорошо. А мне сейчас нужен скраб. Неподалеку от меня соседи начали отстраивать свой небольшой домик. Я понимал, что дело пахнет говной. Поэтому я решил сделать разведку и посмотрел, как обустроена у них территория. И сколько ракет мне на них понадобится. Я увидел максимально дешевые калаши и решил их закупить. Блин, не знаю, надо сходить посмотреть, что там рейдят, потому что рейдят-то не очень далеко. Я бы, кстати, мог тачку взять и туда съездить. Реально, я так и сделаю. Да, я побежал на антирейд, и угадайте, кто по мне стрелял с крыши. Правильно, мои новые соседи. О, хорош. Сказать, что я был очень сильно благодарен разработчикам за то, что они ввели 25% шанс встать, ничего не сказать. Я был в восторге. Капец, ты неудачник. К сожалению, рейдеров мне поймать не удалось, но я за ними проследил и нашел, где они обитают. Я видел, куда один из них побежал сейчас. Он побежал дерево фармить. Thank you.
По-моему, там кто-то... Ага, уже бегут. За мной выдвинулись два игрока. Я понимал, что я сейчас в проигрышном положении. Мне нужно было убегать и искать укрытие, откуда я смогу их принять. Найс. Хоть раз в жизни я их убил. Спасибо. Ну а тем временем у меня продолжалась война с моими новыми соседями. И я уже понимал, что я очень сильно хочу их выселить. О-о, нифига он жесткий. Это что за киберспорт нафиг? Это софтер? Или что? Они с этого дома, да? Я правильно понял? А у второго что было? Лежать. Далеко собрался. Гаражка! Две гаражки, три гаражки! МПшку у него не забрал. И все наворованное я складывал в дилдобейс. Фух. Я уверен, все мои дома зарейдят. Потому что один дом знают одни типы, которые живут возле меня, у них постоянно печь работает. А другой дом знает огромная база, которые явно меня хотят. Потом я решил купить третий верстак, ведь мне нужны были ракеты. Фух, ну хоть у меня появился третий верстак, это уже радует немного. Я изучил все, что мне нужно было для крафта ракет, наставил огромное количество печек, и все остальное время я просто стоял на крафте. Ты из спикраша, да? У меня есть для тебя работа. Я могу тебе дать оружие, но... Тебе нужно нафармить 10 тысяч дерева. Как тебе? Трейд? А я прикрою тебя. Ну, а я могу просто уйти. Чтобы уйти, нужно нафармить 5 тысяч дерева. Но это уже бесплатно. Нет, ну это вообще... Это, ну ладно, ладно. Хорошо, что хотя бы дерево фармить мне самому не приходилось. Вот ты так. Свободен. Все. Добби свободен. Давай, удачи тебе. Пока у меня все плавилось и крафтилось, я решил залезть к ним на территорию и посмотреть, что у него там вообще есть. Ребят, я тут у вас почилю, вы не против? Ну вот, буквально просто полежу. Турелей на территории у них не было, поэтому я спокойно угнал у них коптер. Шиш! Хорош! Сишка! С дропа выпала сишка. Каи! Она мне сейчас очень сильно была нужна. Реально. Я очень сильно надеюсь, что сейчас все пойдет по плану. Так.
К сожалению, в печке ничего ценного не было, но проверить стоило. А еще мне пришлось им сделать ремонт и разбить большую печь, чтобы отсюда выбраться. Да. Мне показалось странным то, что они в чате писали, а в доме их не было. То есть это был мой шанс зарейдить у них мейн базу. Ну, надеюсь, мне хватит 16 ракет, потому что всякое может произойти. Ой, турели, привет. Ох, 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 ох. Небольшой ремонт происходит. Ничего, делай. Ну, только когда делаешь, хотя бы не выебывайся. Бахаешь, бахай. Ух! Так, тут нормально ресов. Север, блядь, мы же с тобой знакомы, блядь, а? Хер туда бахаешь. Там двое. Что там нет? Нет, они там с нас хорошо поймали. Там у нас, бля, все. Там дохуя чего. А самое странное то, что застроить этот домик я не мог. Поэтому драться с этими ребятами мне приходилось до последнего. Все, ребят, как бы поздняк метаться, понимаете, да? Поздняк. Я, конечно, думал, что у вас много будет, но не настолько много, ребят. Давай. Завтра, смотри, там стоит большой клан на гостяне, волчок там тип играет. Смотри, да, твоего дома не будет. Я сам лично твой дом найду завтра. Знаешь, сколько людей за сегодня мне угрожали, нет? У них немного пригорало, я в этот момент залутал все основные ресурсы и решил оттуда по-быстрому слинять, ведь мне уже нужно было строить новый дом. Закрывайте, не закрывайте, я все равно отсюда выпрыгну. Фух, теперь самый главный вопрос, куда мне все это складывалось? В этот же день я решил построить свой новенький домик, так как я понимал, что за ночь меня могут зарейдить. Буквально ящик металла, и у меня появился домик, на который нужно было потратить минимум 40 ракет.
Я не спал практически сутки, ждал, когда же они придут меня рейдить, но никто меня рейдить не пришел. Я решил оставить им записку и пойти спать. Все, записку оставил и иду спать. Как настоящий мужик. А где мои двери? Все? Мой домик этот зарейдили? Тут даже что-то осталось. Вот, кстати, интересно, они сильно расстроились, увидев эту записку или нет? Этот домик ночью все-таки кто-то зарейдил. Но я его быстренько восстановил, так как все основные ресурсы у меня были в другом доме, который я отстроил ночью. Но больше всего меня радовало, что меня зарейдил не тот клан, который я собирался байтить, который жил на воде. Поэтому в этот день у меня было в планах провести электричество, поставить камеры и турельки. И ждать, когда же все-таки меня придут рейдить. Вообще нифига не видно, но... Наверное, так и должно быть ночью, я точно не уверен. А можно мне ПНВ сюда, нет? Так, как там видно? А почему так мутно-то? А так и должно быть? Оказывается, так камеры выглядят после обновления. Но меня это не особо волновало. Я хотя бы видел, что там происходит. Потом я намутил себе зажигательные стрелы и решил пойти попереломать турельки, которые находятся на их территории. А еще я решил выбить у них ПВО. Да. Йоник! И нет ПВО. Они что-то плавили в своих больших печках и продолжали меня ненавидеть, а я продолжал их доставать. Это было весело, реально. Фух, минус одна турелька. А еще я понял одну прекрасную вещь, что с собой нужно таскать лежаки. Это просто лютейшая имба, когда ты ломаешь турели. Они, конечно, начали подозревать и выходили на улицу. И как говорится, первый коронный, а второй похоронный. Привет. Потом один из игроков этого клана решил написать мне в ВК и проверить, я ли это играю. Офигеть, он узнал то, что возможно я играю? Я притворяюсь, что это не я, но это очень смешно. Потом я увидел то, что в одном из магазинов продается пулемет. И в этот момент у меня появилась гениальная задумка. О, ко мне пулемет приехал. Ха-ха. Эта турель работает. Эта турель работает, отлично. Я плотно занялся подготовкой к рейду. Отфармил немного дерева, отстроил вышку, закинул туда пулемет. И мне только осталось реализовать мой гениальный план. А для этого мне нужен был напарник. И вот просто готовьтесь. От такой гениальности у вас просто может взорваться мозг. Я вам говорю честно. В общем, идея была такова. Я положил пулемет, калашик, топ-сет на вышку, немного скоростных ракет и базуку. Идти рейдить меня в онлайне они боялись. Я вам больше скажу. И в офлайне рейдить они меня боялись. Так вот, эти клановые игроки думали, что я читер. Я позвал напарника, попросил его зайти на сервер и поставить ник сервер. Как бы странно это ни звучало. А для чего, вы можете спросить меня? Правильно, я хотел сделать фейковый бан, чтобы они подумали, что меня забанили и чтобы они пришли меня рейдить. Звучит очень сложно, но в принципе понятно, я думаю, да? А в роли того самого напарника был Санрей. Он тоже занимается ютубом, и я ссылочку на него обязательно оставлю в описании. Глянь, видосы у него прикольные. Ну а пожалуй, я начну этот гениальный байт. А вон, потом... Kicking Big Cock Man, понял? Banned by anti-cheat, просто скопируешь и вставишь. А я просто буду ждать, пока они, короче, это... начнут рейдить. Все, я захожу на фейспанч второй. Второй же, да? Правильно? Человек, прикинь, если ты сработаешь. Ну это будет очень смешно. Это такой кек будет. Я могу еще на улице спать лечь, слышишь? Я могу встать возле твоего дома, и когда они начнут тебя рейдить, я тебе могу дать инфу. Димончик, я на сервере. Все, готов? Давай, поехали. Готово. Пишут F. Люди повели сервер. Я дисконнект сделал, слышишь? Ахахахаха, пишут, ахаха, пишут, чувак, все повели. Включай демку, включай демку.
Мы, скажем так, закинули удочку, и нам оставалось только дожидаться добычи. Он подбегает, слышишь, ко мне? Да, я слышу, слышу, он здесь. Он на мне стоит. Не, он уже чекнул то, что забанили, это хорошо, пускай. Все остальное время я двигаться абсолютно не мог. Я стоял на вышке и ждал, когда они начнут рейдить. Sunray демонстрировал мне свой экран, и я видел все, что происходит на этом сервере. Но уже через его экран. Чувак, они строятся! Я иду, все, я захожу. Они кибитку строят! Они строят кибитку, чувак! Я захожу! Сейчас. Я ж сказал, сейчас там кибитка будет больше, чем твой дом. Чувак, я просто вот уже второй день их жду. Второй. Хорош. Чувак, отлично, еще больше, еще четверых. Еще четверых зовите. Хочу еще, чтобы было вот прям 10 человек, чтобы меня рейдило с базук вообще со всего, просто. А я просто вылез и всех расстрелял нафиг. У тебя никого? Вот еще хазматчик бежит. Их пятеро, минимум. Это отлично. Отличные новости, брат. Ты можешь чисто тут сидеть и говорить мне инфу, слышишь? Я так и делаю вот тут. Чувак, они так долго к рейду готовятся офлайн. О, как капканы стоят. Да, это... Пускай. Лишь бы на него не наступить потом. Двое с ракетами. Все, Дима, ты готов? Да. Ты готов спавниться? Спавнюсь. Врубай турели. Понеслась, Димон. Одного убил. Они в турелях. Включил турели. На них офнули сразу. Они в турели пробились. Убил двоих. Живи, братан, живи. Да, все, это ты. Я лестницу ломаю. Хорошо, сломалась, отлично. Есть что удать? Под кибиткой чел у них, прямо на входе. Там, где МВК двери. Ой, меня еще турель не убила. Меня взрывают. Смотри, чтоб они не убегали. Блин, меня уронили. Они не убегают, они рейдят. Наш сосед по ним херачит, да? Он взорвался! Убил. Сишки ракеты. Я взрываю турель у них. Много сишек и ракет, Дима. Очень много. Очень много. Чувак, мы их сейчас забахаем. Я залез куда-то. Ты зашел, двери открыл? Да, я залез. Ныкайся там. Походу минус турель у них. Убил. Да, у них минус турель. Убил. Сейчас отдохились. Наверху кто-то. У меня не хватит одной ракеты. Взорвал одного. Чувак, я потратил только что ракету. Отойди оттуда, чтобы я тебя не взорвал. Я обычкой могу ёбнуть, добить. Добивай. Хилис. Убил наверху. Убил наверху. Отлично. Стой, не бахай. Рано. Full open. Стой, справа. Ничего. Никого, всё. Минус все. Ракеты ещё! Ещё? Ещё ракеты! Nice. Взрыва есть, забирай. Я сейвить иду. Он на капкане. На капкан стал! Убил. Чувак, я не могу, это гениальный план! Я авторизируем их. Коу. Все, авторизовался. Есть. Готов? Да, можешь врубать. Килочек нет у тебя? Я ставлю, я дверь крафчу. Чувак, мы гении.
Это был... Это лучший байт, наверное, за всю историю человечества, друг. 100%, 100%, чувак. Это такой топыч. Готово, чувак. Ой, от кисумбу они сделали. Ой, от кисумбу. О, чувак. Смотри, я все скину. Я сейчас добавлю, смотри. Это ты из дома все забрал, то, что у них было? Да, это то, что в доме. Байт сработал. Эти ребята принесли нам больше 30 ракет, сишки и разрывные патроны. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Можем в Тиму добавиться? Сейчас я ему лесу разобью для начала. По-моему, ты, их там двое, Дима. Поехал. Чао, Персик, ну, дозревай. Все, там, это бан. Дозревай, это бан, Персик, это дозревай, я, говорю, это дозревай. Чипы, твой тиммейт читер забанен, и еще ты, все. Мы придем за рейд, все равно. Вы все равно не спите когда-то. Я в этом уверен на 100%. За рейжены будете, петушары. Читы ваши видны, я все видел. Это было... Чувак, я не могу, я просто не могу, это победа. Я считаю, это победа. Ты на коне? Ты слышал, как у него просто изо рта прям течет просто слюни, вот это вот все. Слюни, респект. Чувак, мы ждали не зря. Мы сидели 3 часа, мы не зря их ждали. Мы очень не зря их ждали. Вовт, братик, ты готов? Мы сейчас крафтим хилки и идем уничтожать у них территорию. Ты с нами? Если хочешь, ты можешь принести шприцы. Нам много шприцов нужно будет, там очень много турелей. И я могу еще базуку скрафтить, наверное. Или у нас есть, посмотрим. У нас там 3 базуки, Рейба. А ракеты, которые мы с них забрали, мы решили вернуть в их территорию. Мы идем. Тук-тук. Видишь вот это говно справа? Которое с МВК еще? А, не, ну, не МВК, которое стены еще, да? Вот, нам его рейдить. Ребят, мы решили вернуть ваши ракеты. Ребят. Мы вот пришли вернуть ракеты, ребят. И сишки, то, что вы нам принесли. Отсюда можно бахать турели у них. Правую турель сразу. Не вижу ничего из-за дыма. Ой. Мимо. Тут гантрапы. Ой, тут еще турели. Это грустно. Ну ничего. Я выше взял, чем надо. Вот просто ближайшие выносим, и все, и левую еще надо вынести. Она жива еще. Снял? Нет, еще одна. Давай запущу. Не-не-не, это она сейчас не стреляет. О, да. Начал еще одну пич. Стреляй. Я стреляю. Давай. Я стрельну еще. Ты, походу, готово. Помогал, да? Готово, нет, готово. Справа турель будет по-любому. У тебя сколько скоростных еще? Еще 5 штучек есть. Надо будет домой, походу, идти. Это минус. Справа минус, Дима. Отлично. Тут гаражки открыты. Тут все открыто. Иду. Я бахаю дальше. Давай, я контролю на улице. Спалки надо взорвать у них сразу. А где у них вход? Здесь. Ракеты, сишки! Чувак, ракеты боевые! Уйди!
Стой, нет, стой тут, я спальники бахаю. Все, не прыгай. Не ерзаюсь, хорошо. Взорвал одного. Чувак, дальше бахаем. Там ракеты были. Надо бахать дальше. Коптер тут. Откуда он стрелял? Турели, турели, турели. Мы можем отойти, слышишь? А, меня убили, чел. Меня тоже убрали. Очень быстро причем. На этот рейд пришли читаки и порешали вопросы, но мы получили от этого лютейший фан. Да и будем честны, мы просто хотели потратить эти ракеты на их же территорию. И у нас это получилось. Прикинь, нас даже не хозяева дома убили, нас софтеры убили. Чувак, смотри! Чувак, смотри! Ты видел, как он взлетал? Нет. Что, он летает просто? Он только что, я его положил, он, короче, на корточках летал. Смотри, видишь на него? Смотри. Да, смотрю. Смотри. Смотри, чувак! Чувак, ты это видел? Я видел, да. А ну, а вверх посмотреть может? Смотри. Видишь, боком как ходит? Да. Я, конечно, пытался проследить за этим читаком, но он меня убил. И будем честны, мы не особо расстроились, ведь мы уже собирались сливать с этого сервера. А после того, как мы потратили все ракеты, я отдал дом нашим соседям. Домик сам по себе неплох, в принципе, можете его себе оставить. Тут вот пороха нормально, каких-то ресурсов, но я думаю, вам пригодится. Давай по старинке, пули в лицо, и я погнал чилить. Все, ребят. Спасибо за вайп. Все, давай, пока, удачи. Ну а я искренне надеюсь, что вам понравился этот ролик и вы поставили лайкосик, а еще написали комментарий, ведь это поможет нам в продвижении. Мне кажется, это был действительно легендарный контент. Ну и обязательно напишите в комментариях хэштег AndryushaTop, ведь без него этого ролика бы не было. И передавайте привет Санрею, Санрей топчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.